Ставим условия. Некоторые журналисты снимаем комбата, чтобы не говорили, что не бывает на передовой или в бой не ходит с нами, не знаю. Поселок Мироновский. Пошли командир. Пошли командиру. Красного, ну, пойдет за вами, станет. Ну, визуально как так, 150 метров. Вы осмотрели здесь, они смотрят вправо-лево. Понял, понял. То есть вы идете в новом порядке. То есть смотрите аккуратно. Здесь получается, видишь, он заболоченная, блядь, эта хуйня все. Ну. Дальше, серый, вы поднялись сюда, там все чисто, как говорят. Осмотрелись, на саму гору лезть не надо, то есть обошли сюда. Красный вас ждет на склоне. Если все чисто, ты возвращаешься под склон к красному. Красная группа возвращается назад, и к тебе выдвигается бэха, понял? На прикрытие. И вы ждете уже нашего тогда прибытия. Бэха одна будет? Одна бэха пока. Это наш боевой бофик, в котором погибло трое ребят, к сожалению. Машина целая, мне еще послужит. Ну, тут ребят посекло пулями, осколками. К сожалению, двое погибли на месте. Вера в госпитале. Лесик сверху. Запаска. Мухи, гранатометы, полный боекомплект. Вот такой вот кубик. Кубик хорошая вещь, конечно. Кубик вещь хорошая. Если бы еще был бронированный, цены бы его не было, конечно. Вот так.